Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд по вашим просьбам. А именно, как ориентироваться на карте Gateway по координатам. Собственно, через Tab, насколько мы знаем, есть вот здесь в правом углу ваши координаты, где вы находитесь. Что нужно сделать? Левой кнопкой мыши нужно нажать на них, а дальше уже зайти в программу. Сейчас я ее вам покажу и куда нужно ставить эти координаты. Итак, в нашем первом случае это карта под названием TI Map Vulnona. Примечательна она тем, что здесь есть три карты. Это V3 Legacy, Isla Spira, старая карта Эвримы, и сама Gateway. Здесь немножечко она, скажу так, порезанная. Сейчас объясню, в чем проблема может быть. Но ладно, короче говоря, куда нужно вставлять ваши координаты. Вот здесь вот Location, вы вставляете и нажимаете Show. И вам будет показываться, где вы в данный момент находитесь. Видите обозначение? Далее, когда вы будете перемещаться по карте в любой другой район, вы также можете скопировать те данные вашей локации, опять же зайти сюда, вставить их и нажать Show. И ваше передвижение будет обозначено примерно вот таким пунктиром. То есть далее вы также можете скопировать, вставить, и все ваши движения, передвижения по острову, будут отображаться пунктир. В чем беда этой карты, этого сайта, вернее, здесь немножко, как я говорил ранее, порезано. То есть здесь не покажет ни нутриентов, каких-то необходимых для вашего динозавра, ни места миграций. А вот пользоваться картой The Isle Gateway Map, то здесь, в принципе, даже намного все лучше. Тоже так же. Здесь вы вставляете свои координаты. Тоже так же будет отображение, где вы находитесь. И здесь самое классное, здесь показывается, где находится спаун ботов на карте. То есть это кабаны, кролики, куры, крабы, олени, лягушки и тому прочее. Также здесь есть отображение всех нужных нутриентов еды для травоядных. То есть вот вы нажимаете, и появляются вот такие вот точечки, где находится какой-то вам нужный нутриент. Также здесь можно увидеть саговники-святилища, которые также отображаются. Как вы видите, вот они, желтые точки. Также миграционные зоны. Также здесь есть отображение всех дорог, если вам это надо. Целевые лизунцы от отравления вашего динозавра. Различные человеческие постройки. Как вы видите, вот они появляются. Мы их можем видеть, они фиолетовым отображаются. И далее грязевые лужи. Вот они коричневым отображаются. Я думаю, что все легко и просто. Просто вставляешь координаты, смотришь, где ты находишься, и ориентируешься по местности. Палец вверх. Думаю, объяснил и разложил внятно и понятно. Подписка на канал.